Всем огромный привет! Это Кипарисная, а мы отправляемся в Массандру, в Массандровский дворец. Так смешно, однажды я ехала на маршрутке из Партенита, и бабуля одна говорит: ну сделайте мне остановку на Кипарисном. Кипарисная, местные бабушки называют Кипарисная. Сейчас мы проезжаем Артек. Уже был указатель на Юсуповский дворец, но мы едем в Массандровский. Осталось всего рукой подать до него. И такая пробка в Ялту именно уже начинается задолго до Массандры. Надеемся, что мы ее быстренько проскочим. Вот мы уже зашли в парк. Впереди вот эти два громадных дерева, это огромные секвои, а за ними уже виднеется сам Массандровский дворец. Вдали вот этот пик, это Ай-Петри. Позади меня уже виден сам дворец. Это место считается таинственным, мистическим, потому что с ним связаны такие странные истории. Вообще он построен во французском стиле, в стиле Людовика XIII, и архитектор также был француз. Начал строительство его граф Воронцов, но через год после начала строительства он умер. Затем продолжил строительство Александр III, но он также не смог пожить в этом дворце, потому что также вскоре он умер. После него строительство продолжил Второй – память о своем отце. Внутри дворца достаточно много предметов, перевезенных. Предметов интерьера и обихода, перевезенных из Зимнего, и поэтому помнят прикосновения императора Александра III и Марии Федоровны. Но здесь никто никогда не жил. И даже Николай II жил, как все знают, в Ливадии, но не в Массандре. И когда уже пришла советская власть, Сталин также не жил вот в этом дворце, а приказал построить себе домик на возвышенности здесь неподалеку, но в самом дворце он не оставался. Его приближенные сбили часть статуй сатиров и горгулий, вот видите, которые с открытыми ртами, с языком, как бы им не нравилось. Они казались им несколько зловещими, и существовала легенда, что в этом дворце нельзя ночевать. А позади меня находится сфинкс. Я так понимаю, что вот эти статуи называются сфинксами. Вот такие вот с женской головой и с телом, не знаю, кошки или льва, что-то такое. Я, честно говоря, не особенно там не готовилась, не ударялась в историю, просто рассказываю то, что вот помню, то, что нам рассказывали на экскурсиях когда-то. Пока что хочу начать разговор о Лайла Клав. Этот парфюм позиционируется как восточно-цветочный, по-моему. И впервые, когда я его услышала, он сразу же мне напомнил нечто далекое, такое из далекого прошлого. В то же время он был не лишен современности. Я практически сразу же поняла, что он мне напоминает, и, как ни странно, пускай это мой личный альфакторный или альфакторный глюк, со мной могут спорить, я даже не хочу это никому как-то вменять как истину, или, может быть, возможно, это слышу только я, и этот парфюм тем самым стал для меня настолько интересным и ценным. Обратите внимание, здесь проходят фотосессии во время свадьб. Ну, я думаю, что это прекрасное место, чудесное. Посмотрите, какая невеста красивая. Красивенные штамбовые розы. А это
это очередь во дворец. А там еще одна невеста. Ну, не будем слишком уж подглядывать, да? И вот они, вот эти львы, головы львов, которыми заменили открытые пасти горгули с языками. У аромата довольно-таки современная пирамида. Там сочетание, основное сочетание гелиотропа, какао и бобов тонко. Но в нем есть небольшой оттенок, такое впечатление, как будто бы это хвостик вот этого самого Сальвадора Дали, вот эти губы и нос, именно хвостик шлейфа, который я запомнила еще детство, когда этот парфюм был у моей мамы. И я обожала... Ой, вокруг меня кружатся эти косы. Наверное, Лайла Клав привлекает очень сильно. И я обожала шлейф этого аромата спустя много-много часов. Ну, возможно, просто она утром рано уходила на работу, и когда вот возвращалась уже с работы, давался такой вот очень приятный, какой-то такой интересный шлейф. И вот хвостик этого парфюма я услышала, не знаю, какое сочетание дало, каких нот, вот в этом аромате. Но тут же это все снабжено нотками какао, что дает ему такое довольно-таки интересное звучание. Я читала отзывы критиков по поводу того, что в базе это печенье и все такое прочее. Не знаю, может быть, они слишком боятся этих печеньев, и они им кругом чудятся. На мне нет никаких печеньев. Он слегка запудривается в базе. Бесконечно женственный, красивый. Сирень здесь очень такая, я бы сказала бы, своеобразная, потому что она бывает в жару, в самом начале очень ярко слышна, прямо как будто бы вам в нос кинули охапку, громадную охапку сирени. Но потом это тут же рассыпается на такой довольно-таки благородный шлейф. И вот он такой своеобразный, то хвостик Сальвадора Дали я слышу, то вдруг нотки какао, то какие-то пудровые интересные оттенки. И в жару бесконечно прекрасный, потому что очень много комплиментов. Достаточно стойкий, но он не удушающий. В общем, прелесть. Мне он очень нравится, великолепно. Да, выгляжу я сегодня вот так. Ну, такие туристы. Вот, кстати, я не знаю, как камера передает их цвет, но вроде бы как вещи несочетаемые, да? Это аквамарин, здесь розовый кварц, а здесь у меня скелетированные листья тутовника. Но в целом это все смотрится довольно-таки гармонично. И по цветовому сочетанию, и вообще вот так. И мне кажется, что Лайла Клав, он такой же. Вроде бы там сирень и какао, но это красиво. Кстати, насколько мне известно, Ленин никогда не был в Крыму, хотя, конечно, может быть, история умалчивает, но вот официальных таких данных, что он был в Крыму, нет. А вместе с тем князь Владимир принял крещение именно в Херсонесе, и отсюда пошло крещение всей Руси. Именно в Крыму жила царская семья, и здесь расположены их дворцы, немало дворцов. Поэтому, когда говорят, ну вот, а вот там вот так, а вот там вот так, Крым есть Крым. И это особенное место. Поэтому, кто бы что ни говорил, где лучше, где хуже. Здесь каждый клочок земли дышит историей, и именно нашей историей.
Это, кстати, тот самый розариум Ютерсон, только в штамбовой форме, который цветет у меня. Я показывала вам фотографии. Вот они вот так, да, выглядят вживую. Кисти цветов, они огромные, но достаточно большие. Ну, мы прощаемся ненадолго с прекрасным Массандровским дворцом. Остановимся на секундочку неподалеку от Гурзуфа. Перед вами Медведь-гора, а вот это вот две скалы. Называются скалы Шаляпина, Адалары. И у подножия Медведь-горы располагается Гурзуф. Помнит настоящий ялтинский лук. Кстати, лук растет в Запрудном. Это между Ялтой и Алуштой. Я имею в виду вот этот сладкий лук. Надеюсь, вам было интересно посмотреть этот ролик. Пишите комментарии. Встретимся в следующем ролике. Пока-пока!